Привет всем любителям пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения за нового лидера Японии, Токугаву. Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности божества. Но подробности в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на это видео, лучше перейдите к первой серии. Ссылка на плейлист в описании в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Спонсоры канала, все видео, как только они появляются, видят сразу. Спасибо вам большое за поддержку и давайте продолжим. Я вот подумал, что в принципе мы можем попробовать победить религиозной победой здесь, а не какой-то другой. Потому что для этого есть все возможности. Так, вот тут я смогу, интересно. Ну, тут маловато будет сейчас последователей. 3-2-2-2. Мне, наверное, не хватит двух. Не, хотя, наверное, следующим ходом я смогу Сендай обратить тоже в конфуцианство. Так, Болония обращена. Можно еще вот этим апостолом Антананариву. Ну, Антананариву должен сам, по идее, накопить. Можно этим какой-нибудь... А эти уже... Ну вот Урфу и Сивас попробовать еще. Давайте туда переброшу этого апостола. Так. Будем кого-нибудь повышать или лучше... Ну, еще плюс, почему попробовать религиозные? За счет того, что у нас фес есть, то обращая другие цивилизации, мы таким образом еще и науку получаем. То есть это не просто так. Я, наверное, по холмам просто возьму. И он меня будет бегать, искать. Так, сколько у нас до героического века? 6 ходов. То есть не хотелось бы больше никого встречать и не хотелось бы кругосветку делать. Ой. Хотел сказать, никого не встречать, и вот вам Бермудский треугольник. Не хочу в него въезжать, нас куда-то выкинет неизвестно куда. Значит, пока просто дальше не поплыву, будем исследовать, что у нас тут находится. Так. А вот этими миссионерами я реально поплыву туда. Потому что получилось, что на том континенте всего одна цивилизация взяла религию, и то она в двух городах всего распространена. И это причем неизвестная нам еще цивилизация, то есть неизвестный игрок, да. То есть вот Турцию вообще спокойно можем обращать. Так, пошли, наверное, вот этих овец обрабатывать. Так, а вот тут у нас апостол. Подождите, а я его купил, чтобы укрепить свою религию, так ведь? Да, я хочу гурдвару взять. Блин, ну очки эпохи опять дадут, ну что поделать. Теперь вопрос, нам стоит гурдвары покупать или все-таки миссионеров, чтобы туда отправлять и пытаться побеждать религии? Вопрос сложный. Я бы, наверное, миссионеров все-таки брал. Причем, видите, я не в Японию отправляю, я Японию напоследок оставлю. А туда, чтобы, чем раньше мы там распространим религию, тем, ну, тем круче для нас будет. Тут в Японии слишком сложно ее переобращать пока. То есть мы ее можем сделать, это делается, но смысл спешить. Так, Лахор нам там уникальные юниты дает, которые не особо нужны. Нам важно только фес удерживать, как я думаю, что именно фес. Потому что за счет обращения других городов, благодаря фесу, мы будем получать кучу науки. Сейчас я гурдвару строить еще могу, а не покупать, например.
Может так и делать? Кажется, гурдвара тут важнее, чем универ, например. Универ, например. Так. Тоже, наверное, гурдвару. Тут мы... Что открыть? Теократию я принял как раз в конце прошлой серии. Там и тут дальше пойдем. Морская традиция для посла, ну, не особо. Наемники, что вапать? Но мне сейчас нечего, я не воюю и не буду ни с кем. Пойдем, наверное, в дипломатическую службу пока. Потихонечку. Помаленечку. Кстати, может союз с Киром заключить? Но он, блин, там с двумя воюет. Так, а что он хочет вот за это, например? Однократно 41 и 5 вход. То есть 410 и 50 вход, например, да? В принципе, можно поднакопить. Ладно, я, наверное, все-таки Виктора возьму в Фукусиму. Так, и тут я все-таки ничего не меняю. Строители нужны. Он строится, строитель. Даже, может быть, еще купил бы где-нибудь строителя. Или лучше накопить и купить посела. 615. У нас еще куча мест, куда ставить. Вот, особенно вот тут шикарное место. Что я бы, наверное, на поселенца копил. Плюс мы еще можем торговца. Нет, не можем. 3 из 5, значит, где-то бегают на самом деле. Твоя дерзость и непочтительность позволительны лишь постольку, поскольку являют пример того, как не следует со мной обращаться. Опять он нас осуждает. А, нет, это другой турок. Блин, я их уже начал перепутывать. Нет, это мы не будем принимать. Должны... Чудеса должны сооружать исключительно мы. Нет, немец, сорян. Кого перекупили? Фес все-таки перекупили. Вот, зачем мы держим. Послов. Ну что, сможем Сендай обратить? Нет, не будет. Останется 4 последователя. Черт, жалко. Что дали? Какой-то юнит дали. Только не увидел. А, еще разведчика. Фига у нас разведчиков. Теперь. Так, не хочу сильно вперед продвигаться. Тут, наверное, вниз каравелла этой поплыву. Я повторюсь, дождемся следующей эпохи уже, чтобы кругосветку делать и встречать еще. Двоих нам надо встретить. Так, а я бы, наверное, здесь остался пока этим разведчиком. Тем более он счастье, по-моему, нам дает. Да, вассалы работают. Ладно, наверное, тут надо какие-то рудники поставить. Ну, в Токио нам самые выгодные внутренние торговые пути. Их и продолжаем.
Я что-то после мастерской хотел тут делать. Ну, надо Гурдвару 100%. Все-таки построю. Колосс. Не знаю, жалко в этом месте колосс. Ладно, подумаем, что после Гурдвары решим. Вход. Маловато все-таки. Тут можно соль. Так, 400... Нет, я хочу накопить на поселенца, ладно. Не буду тратить деньги пока. Напоминаю, что мы должны покупать ресурсы роскоши. О, немец нас осуждает. Ресурсы роскоши только в 10 раз больше, чем нам предлагают. Так, а какой шанс, что Сулейман Великолепный на нас нападет, например? Ну, армия у нас приблизительно равна, тем более я тут смогу ее апнуть. Не думаю, что ему надо к нам лезть. Так, тут самурай строится, который нам не нужен. Гурдвару давайте. Селитру у японца, наверное, не будем покупать. Так. Что нам тут обработать? Может, эти... холмы? Куча миссионеров на лодочках идет, плывет слово Конфуция нести отсталым народам. Ух ты, 7 провинций. Нет, это Нау. Нау, конечно, опасненько. Ну, вернем вот сюда скаута, подождем. Поезд, сколько там 600 с чем-то надо на поселенца? Рапануи. Ну, не особо хочу. Да, тут, конечно, у японца дофига места. У второго японца. Шестьсот пятнадцать. То есть следующим ходом, по идее, я могу купить поселенца. Так, религия... Во! Во! Отлично. Я, конечно, не могу заголосовать, но она явно пройдет. И вряд ли у них получится отбить. Значит, моя религия будет еще сильнее. Да. А за проголосовал японец и сам... Вот Сулейман Великолепный ничего не может сделать. У него просто нету... Вот только мне интересно искоренить, то есть именно чтобы убрать конфуцианство само. То есть неважно, какая религия будет в Стамбуле, главное, чтобы там не было конфуцианства. Это их задача, а моя задача сохранить. Блин, ну мне надо, наверное, сюда тоже все-таки отправлять. Надо немножко апостолов купить, я думаю. Что зависит от того, какие у них прокачки выпадут. Еревана жалко нету в игре. Да, апостолы дороже в два раза миссионеров, но, блин... Давайте... Так, что-то я случайно залочил здесь. Давайте двух миссионеров... И вот эти отряды мы отправим именно в сторону японца, чтобы не давать Стамбул засоюживать. Так, давайте убьем Триремку. Ну, тут какая-то ГГшка, кстати.
невозможно, а точно религиозная, но мне, блин, страшно ее открывать, потому что встречу какую-нибудь другую цивилизацию еще, не дай бог. Гурдвара в Токио. Пошел рост. Ну, наверное, тут тоже надо строителей делать. Две мастерские. А где нам, кстати, еще промышленную зону поставить? Вот эта промышленная зона будет влиять и на Такака. Раз, два, три, четыре. И на Гифу. Она не дотягивается только до Фукусимы. То есть мне бы в Фукусиме промышленную зону где-нибудь сделать. Ну, плюс два есть. Кроме того, мы тогда сможем тут венецианский арсенал еще. Давайте, наверное, промышленную зону до маяка. Как ни странно. Так, здесь покупаем посела. Потому что нам надо ускорить индустриализацию. Быстрее, чем еще один караван сделать. Виктор в Фукусиме. Все правильно. Дофига, конечно, очков эпохи еще сверху набираю. Но хоть в героический век выйду. Ну и надо каждый раз, когда мы обращаем города, следить, чтобы Фес был нашим союзником. Ух ты, слоны тут у варваров вьетнамские. Ну, 67 науки. Так, какие прокачки у апостолов? С утроенной силой. Отлично. Ой, что-то тут много варварских каравел как-то страшненько становится. Боюсь тот город открыть, а лучше вот пока к немцу и там по его территории погуляю. Так, сколько ходов-то до конца? Два. Уже просто хочется открывать больше. А у нас эпоха все никак не начинается. А, я аквакультуру же еще не взял. Блин. Так, ну мне надо тогда... Блин, вот вопрос, конечно. Часовню... Ну, на это... в этот раз, наверное, все-таки часовню великого магистра построю. Чтобы покупать юниты за веру. Так, как я сказал, эти религиозные юниты сюда отправляем. К Стамбулу в первую очередь. Исламский миссия. Но это последний у него. Вот он тут, помните, взял, и он никуда не делся. Вот нам бы его убить, кстати, с помощью наших апостолов. Миссионеры атаковать не могут, но он сам сейчас явно этого миссионера проатакует. Так, я хочу сюда город вести, ставить. Надеюсь, там варвары не появятся, пока мы плывем. Угу.
Могу район строить. Но тут бы я театралку, наверное, построил уже. Вот сюда на плюс 4. Промышленная зона, мне кажется, тут не нужна. Так, пока, наверное... Или не копим, а накупаем миссионеров, которые туда отправляем на тот континент. Я думаю, да. Чем быстрее мы там обратим все, тем круче. Да, видите, он атакует. Тут надо будет отойти этим миссионерам. Дополнительные деньги. Ну, давайте за какой-нибудь наш проголосуем. Что там у нас? Вино. Нет, этот. Как его? Благовоние. А тут мне вообще пофигу. Давайте теряет 5 единиц мощи. Там у турок янычар. Ну, тут, правда, у этого Сулеймана Великолепного нету янычар. Не знаю. Давайте плюс 5 к разведке. Но я думаю, что там что-то другое пройдет. Скорее всего, ближний бой пройдет. Слушайте, а если ближний бой пройдет, то давайте за него лучше голосовать. Ну, а что, типа... Лишних очков дипломатических. Ближний бой плюс 5, да, это прошло. И не влияет соль. Это не у нас вообще. Вон там неизвестные против соли голосовали. И Сулейман Великолепный, и японец почему-то. Подождите. А, этот наоборот за соль голосовал. Потому что соль-то у него. Короче, соль теперь не влияет на счастье. Так, короче, я тут просто подожду. Следующим ходом же начинается следующая эпоха. Кстати, а мы же там сможем взять для перемещения, по-моему, вот этих религиозных юнитов. Вообще кайф. Внезапно... Мы стали играть в религиозную победу, хотя, по-моему, эта цивилизация на подобное не заточена. Только потому, что у нас город-государство интересный, вот Фес. Если бы не Фес, я бы по-другому играл. Прямо вам скажу. Блин, тут проблема, что нам этот чувак может войну объявить, и она всем нашим религиозным юнитам тогда. Давайте, наверное, тут лесопилку сделаем. Блин, надо было подождать один ход. Я же знал, что сейчас мне дадут очки за театралку. Эх. Так, дипломатическую службу. Может, все-таки заключить союз с Киром? Давайте, наверное, вот в следующий ход опять же. То у нас Гай Дуилий плавает по Атлантическому океану. Брасом, наверное. Да, посольство позволим основать персу. Так, значит, мы еще не встретили одного перса и Вавилон. О, героический, кстати, и у Сулеймана Великолепного тоже. Плюс 3 единицы на других континентах. Нет, все-таки нету на... религии. Но мы берем реформу денежного обращения, пульс паровой
Машины, ну и к оружию, наверное, на всякий случай. Ватикан. Ватикан какой-то кто-то захватывает. При активации великого человека он распространяет 400 влияния вашей религии. Ну, в моем случае такой себе, потому что мне надо активировать у себя. И получается, а тут уже вокруг меня все в конфуцианстве. Так что мне Ватикан нету смысла пытаться как-то присоединить. Не хочу атаковать, потому что у меня тогда сила меньше станет. Я просто надеюсь, что он миссионера опять проатакует. И вот тогда можно будет убить этого апостола. Я железо могу продать. Вот стратегические ресурсы я бы продавал. Нет, никто не хочет покупать. Пес дал задание вызвать озарение для осадной тактики. А это что вообще? 2-3 бушета. Вряд ли. Хотя, с другой стороны, почему и нет? Вот в столице могу трибушет. Два хода. Так, индустриализацию пока откладываем. Банковское дело. Так, и продолжаем миссионеров скупать. Да, к сожалению, видите, нету в этой эпохе возможности, чтобы быстрее двигались ребята. 147 науки. Но я потихоньку догоняю. Но там Вавилон явно по науке где-то улетает. 37 технологий, у меня 29. 151 вход, у японца 145. Но он как-то, не знаю, как-то слабо использует религию. Хотя вот Халеб, он... Ну, мне кажется, японцам надо в последнюю очередь обращать. Если я хочу побеждать религиозно именно. Плюс мне очень поможет вот этот кризис, если я его выполню. Если я в нем побеждаю, то в итоге влияние религии цели на близлежащие города резко усиливается. То есть, вот, именно для того, чтобы на японца влиять. А сейчас как-то бессмысленно. Так, может мне эти клетки уже с пшеницей выкупить? Дорого, но что поделать. А смотрите, он увел апостола.
Я сюда подвожу, чтобы контролировать... Ага. Ну, надо пробовать его убить тогда. Ну, типа, переспорить в теологической баталии. Хоть мы получим тоже урон, но зато... Плюс 250 к конфуцианству и минус к другим. Я не думаю, что они могут... Стамбул как-то... Надо вернуть сейчас этих будет апостолов к священному месту полечиться. Вообще, этот Сулейман должен уже начинать ко мне лучше относиться, потому что... 17 и минус 24 за что-то. Но у нас одна религия уже. Надо акад начинать обращать. 10 жителей, это прикиньте, сколько мы получим науки сразу. Ого, тут корпуса кавалерии у ребят. Ну, уже можно и университет построить. Да, Такасаки классный город в итоге. Или все-таки Требушет второй. Вот он, в Гифуме, наверное, лучше. Второй Требушет. Тут все пытается самурай. Ну, вообще и самурая доделать имеет смысл. Ладно, давайте тут самурая доделаем. А Требушет действительно в Такасаки. Киру продать лошадей. Отлично. Продадим. Ну и одну лошадь за одну монету, почему нет? Что-то совсем дешево они хотят покупать редкие ресурсы. Там уже... Меня уже шпионы орудуют в Токио. И перекупили Фес опять. Нет, Антананариву. Ладно, Антананариву... Фиг с ним. Последний город исламский, Урфа, остался. Просто миссионеров к Стамбулу, чтобы не давать подходить апостолам японским, если они будут буддистским, давайте скажем так. Зона контроля тут. Будет. А потом, когда придет время, поведем их на Японию. Блин, засуха. Не очень приятно. С другой стороны, миссионеры слабенько так действуют. И
Эдирны надо обращать тоже. Ну, в первую очередь обращаем те города, где больше всего жителей. И, кстати, эти не будут возражать, потому что у них нету своей религии. То есть они не могут нам попросить, типа, не обращайте наши города. Так, ну пора верфь уже строить. О, тут можно район, наконец-то, кампус. Шпион неизвестной цивилизации. Кто-то, ну это кто-то из наших, которые на нашем континенте, я думаю. Те же не видят мои города вообще. Где может Германия видеть Токио? А, мы же обмениваемся нахождением города. Нет, кстати, не факт, что это чисто мои. Так, опять лошадь. Нет, это мне, по-моему, они хотят продать. Токио нуждается в дополнительном жилье. Ну это потому что Губер уехал. Выгнан, точнее, был. Ну все, пора кругосветку и находить оставшихся... О, там даосизм, кстати, вот только что было... Всплыло, что вот тут даосизм распространяют. Сколько уже? Уже 8 городов, блин. Поздновато я, наверное, приехал сюда. Блин, может, не получится религии. Так, я все-таки уже лян на аквакультуру повышу. Можно уже будет тут обрабатывать. Так, ну пока засуха, мы тут ничего не можем сделать. Я ферму здесь, наверное, поставлю. Так, и тут мастерская 7 ходов. Я бы ее купил следующим ходом лучше, так что давайте маяк строить. О, видите, приперся. Вот так становимся. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Может, монумент? Ну, тут уже выкупать клетки негде. С другой стороны, две клетки осталось. Культура? Не, лучше универ тогда. Астрономию, кстати, должны вот тут универ построить в Такасаке, и астрономия будет ускорена. И тут зону контроля делаем. Посмотрим, что он будет этим опасным. Ага, проатаковал миссионера.
И здесь проатаковал. Там, кстати, вот этот сильный апостол, вот этот. Оксфордский университет. У него прокачка, походу, на... Плюс 4 к боевой мощи за уровень. Разведданные. Нет, базовые просто. А что так больно у него? Как-то у него апостолы побольнее бьют. Ну, этот же слабее ударил. Так, стоим так. Не должен он этого миссионера убить. Так, тут я хочу мастерскую купить. Вышли в промышленную эру, индустриализация, уголь, что у нас? О, тут есть. И там уже даже добывается, отлично. Ой, фабрику электроники. Просто плюс 4 культуры еще будет. Ну, уникальное здание заодно построим. Блин, до сих пор засуха. На этого на уголь отправим. Этот стоит, ждет, когда засуха закончится. Там туризмом совершенно случайно никто не пытается. 6 из 105 хоть за токемоны. Так, Фес все еще наш, да? Да. Я еще задание выполнил его. Сто 34 науки. Так, пока астрономию откладываем. Ну, давайте потихоньку, может, авиацию открывать. Или вот порох. Мы все равно оружейную не построим. Еще 134. Эрзорум. Следующая наша цель. Так, вот, наверное, Вавилон. Блин, уже с ПТ, с современной ПТ-командой, блин. Где он тут по науке? Охренеть. Конечно, просто в эпохе атома. Ну и даосизм он открыл, я так понимаю, его религия. Да. И, смотрите, тот... та цивилизация, которая взяла пантеон на соседство священных мест от пустыни, без религии. То есть она даже взяла пантеон, но священные места решила не строить. Так, и Вавилон в войне с обоими Персиями, кстати. Да, надо больше... миссионеров все-таки сюда отправлять. Причем вот надо всех обратить, кроме Вавилона. То есть вниз надо к немцу туда. Давайте покупать. Ой, я гуру купил.
Ну, ладно, он мне поможет здесь... Вот здесь поможет гуру тогда против японца вот этого. Он лечит. Так, выполнили задание Преслова, выполнили задание Феса, выполнили задание Аккада. Тут бы рабочего купить. Ауч. Так, ну тут есть куда убежать вроде. Миссионерам. Ничего, я думаю, не меняем пока что. Гуру лечит религиозные юниты, которые рядом с ним находятся. Так что для защиты как раз Стамбула то, что надо. О, блин, тут еще этот стоит. А нафига он сюда прется? Не, ну тут... Я не вижу, как он сможет. Это ему надо очень много апостолов. Блин, очень фес нам тут в тему. Вообще всячески. Так, два арбалетчика, кстати. Сколько стоит апгрейд? 165. Слушайте, может взять как раз карточку на дешевый апгрейд. Вот, вместо ремесленников пока. А, я ж не открыл наемников. Блин. Я их как раз не открыл, решил, что нафига мне они нужны. Ну, наверное, давайте тогда сейчас откроем. Нам нужно два арбалетчика. Ну, бурсу, наверное, тоже надо обратить. Кого встретили? Вильнюс. И тоже его немец берет. Так, а... Нет, открытые границы немец нам не даст. Но мы его все равно с помощью... Во, Хаммураписту... Нет, мне нужны деньги на апгрейд юнитов. Лян... Возвращаем в Токио. Так, хорошо, а с Вавилоном открытые границы. И да сколько Вавилон впереди по науке? 52. На 20 технологий, охренеть. И у него науки нормально. Я понимаю, что у него как бы в половину меньше. То есть на самом деле у него типа 280 науки, да? То есть у него даже и такой науки достаточно, чтобы нормально идти. А он еще и за озарение получает техи просто открытые.
Ужас. Блин, там варвары, правда. Я так самонадеянно туда отправляю миссионеров. Блин, надо где-то вот тут высаживаться, я думаю. Не, пока оставлю все как есть. Следующим ходом чисто только на наемников, чтобы арбалеты купить. Не, отклоню. Хотя, с другой стороны, там хоть Дакимуна в культурную победу идет. Атаковать он не может. Да, блин, что, нету проплыва? Так, ну и как нам кругосветку делать? О, да, на 16 жителей. Лакомый кусочек для конфуцианства. Наверное, просто держим послов. Ну, пора меркантилизм открывать. Что-то я боюсь с персом союз заключать. Он вон в войне с Вавилоном. Ну, с другой стороны, он в войне с Вавилоном. Дальше-то Вавилон, значит, не объявит ему войну, типа. Не знаю, какой. Давайте, наверное, военный с ним заключу. В том случае, если мне кто-то объявит войну, тогда и он ему объявит войну. A diplomat is a man who always remembers a woman's birthday, but never remembers her age. Дипломатический квартал нигде не строил. Может, и не буду строить.
А вот и последний участник партии, Надир Шах. Давайте глянем, как у него... Так, вот ему не нравится, что мы союз заключили с персом, с которым он воюет на самом деле. Поэтому осудил. Это мы универ построили, там выполнили другие задания. Так, ну у этого как-то слабенько все. Хотя и у второго перса. У этого хотя бы наука есть. Не наука, культура. Так вообще Надир Шах так себе выглядит пока что. Так, а куда делся пророк отсюда? Японский. Уже двое. Но опять же, тут зона контроля, этот миссионер делает. То есть он не сможет следующим ходом обратить. В принципе, по идее, мне два хода осталось продержаться. И уже, типа, ну я выполню задание вроде как. Первой страной, которая повстречала все другие народы. Так, караван дополнительный. Ну, наверное, здесь и построим, хотя тут фабрику бы тоже. Блин, ну плохо, что она на Юкагаму. Может, надо было Юкагаму повыше строить. Кампус плюс 2. Ну и здесь кампус плюс 2. Я бы, наверное, сюда ставил. Даже плюс 3. Ну, это способность Японии. Она не 0,5 от районов имеет, а плюс 1. Значит, тут надо будет кампус в Аомори, видимо, тоже делать. Ауч, ауч. Но мы можем полечить. Кстати, мы, по-моему, вот этого сможем убить, нет? Хватит ли моему апостолу атаки? Должно хватить. Е-е-е. И вот видите, теперь этот может вылечить их. У него тоже три заряда. Зашибись. Фиг ты параллель. А видите, из Халепа мы за счет того, что победили в теологической баталии, убрали буддизм. Миссионер не может атаковать, поэтому я им не атакую, только апостолы, точнее, пророки могут атаковать. Фак, чуть-чуть не хватает, нету проплыва, чтобы кругосветку сделать. Там 240, по-моему, нам дали науки.
Так, ислам в одном городе, буддизм в 14, конфуцианство в 18. Ну вот буддизм у меня будет основным соперником, конечно. Или лучше здесь торгов. Давайте здесь. Тут мы лучше библиотеку. А вот в отцу торговца. Должны в золотой век, мне кажется, тут выйти. Сто семь науки. Блин, вот пролезть скаутом никак невозможно. Не пойму, вот эта армия немецкая, что он там собирается делать? Вы глупый и недалекий правитель, осуждает меня. По-моему, ты глупый и недалекий, что вот атакуешь постоянно миссионера этого. Так, меркантилизм, логистику можно поставить. Да, кстати. Я бы даже вместо ремесленников именно что логистику. Он, кстати, уже деться никуда не может отсюда. Опять же, из-за зоны контроля. Но вот это уже не может быть выполнено, потому что в течение 13 ходов не допустить. А у них осталось 12 ходов. То есть они даже еще не обратились в Стамбул, они должны были обратить в Стамбул, и потом 13 ходов не давать ему обратиться обратно. Ну, по идее, уже точно кризис за мною. Только вопрос, когда он засчитается, следующим ходом или будем прям до конца 12 ждать. А еще не в моей религии, кстати, этот. Нет, этот турок нет. Сколько у него городов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Из которых четыре я обратил. Еще один надо обратить, и он будет считаться в моей религии. Не буду, Диарбакыр, я сейчас чисто открываю карту. Нам немца надо обращать. Не знаю, куда этим скаутом идти. Так, и надо сейчас миссионеров еще накупить. Или в Германию их всех. Так, а вот тут я хотел рабочего. И дальше, наверное, в строительную инженерию. Вообще там просвещение кто-то хотел открыть. То ли ГГшка какая-то. То ли... А, вот, научная теория надо, чтобы просвещение. Так, давайте, может, что-нибудь другое пока открывать.
Вот два форта я точно не построю. А вот верфи надо построить. Одна верфь, по-моему, у меня уже есть. Да. Хотя у меня в Фукусиме до сих пор маяка нету. Не, есть. Надеюсь, Вавилон не решит плыть ко мне своей армией. Блин, ну Вавилон по науке в этот раз очень мощно идет. Давайте вообще проверим, что он... Да, он в ракетостроении уже. Охренеть. Так, а вот с этим можно об открытых границах договориться? Нормально. Так, а, ну тут я построил караван, но надо отправлять его из Иокогамы. Качество, ну я, пока вот нету ощущения, что вот эти внутренние пути прям какая-то имба, честно вам скажу. То есть, ну дают в итоге, сейчас, ну это не в итоге, пока, на данный момент дают 7, 14, 17 науки, например, да. То есть мне даже вера больше дает, чем... То есть это... В некотором смысле ты как бы немножко так держишься. Но не имба точно. Так. Ну, видите, опять был буддизм, и мы в Халепе его убрали. Только что убрав этого апостола. Ну, не знаю, то есть до конца будет этот кризис. Еще 11 ходов, да? Интересно, почему немец так плохо ко мне относится? Потому что я союзу города-государства, дружба с врагом, контролируете города-государства, да. Претензии от других игроков к нам. Купаем миссионеров, апостолов. Как вера накапливается, сразу берем. Так, ну тут вообще можно опять вылечить, я думаю. И вылеченными пойдем Халеп обратим, чё нет. Он, правда, науку не даст. Пойдем дальше в Аютхаю, как бы, ну надо объяснить. Ну или там подеремся с апостолами, если будут еще апостолы буддизма. Брюссель появился.
О, закончилась религиозная агрессия. Влияние религии и цели на ближайшие города резко усиливается. Зашибись. Поэтому мне надо на этом континенте обращать всех. Так, Брюссель, по-моему, ничего интересного. Правительство чудес света 15% плюс. Блин, один ход. Знаете, один ход он сам добавится. 95 монет. Жалко тратить. Табак, по-моему, тоже, кстати, плюс к вере будет давать. Не видать что-то крупных городов немца. Так, ну, наверное, пора кампус делать. Он с тройной силой в городах другой цивилизации. Ну, эти тут науку не дадут, потому что мы уже хали побращали один раз. О, у него тоже гуру есть, и тоже апостол есть. Блин, вообще с японцем тяжеловато будет. Не знаю, что-то я не верю в религиозную победу. Но, блин, с этим, с Вавилоном я и в научную как-то... Извините, он, у него науки вообще дофига. Но почему-то космопорт только не строит. Так, но он в войне, я так понимаю, с персом. Я думаю, что мне надо уже... Эти на роскошь брать, чтобы довольство было и больше процент выхлоп от всякого. О, эти Кир хочет... Кир хочет нормально так заплатить. И железо продает. Тут, кстати, 13 вход нормально. Так, уголь я, наверное, не... Хотя у меня его 33. Вообще давайте соглашусь. Нормально. Поэтому уже не буду. Так, а вот теперь купим. Ладно, следующим ходом посмотрим, сколько будет. Но я бы там вот купил 3. Три ресурса роскоши. Блин, что ты нас осудил?
Предъявляли претензии другим игрокам, ясно. Еще у меня опять лян. Да, блин, кажется, надо шпиона в столицу посадить. Мне надоело, что у меня лян оттуда удаляют. Так, либерализм. И вот эта наука всего 4 дается, да? Соседство кампуса. Кстати, соседство кампуса уже ничего так. Мы где-нибудь рабочих еще строим? Нет, я думаю, что карточку на рабочих надо заменить. Так, и вот тут апостол крадется. Блин. Буря мглою небо кроет и накрыла нашего скаута. Пока не обращаю, хочу понять, как идут города. Я бы до Пасаргад скорее бы добрался миссионерами, и Пасаргады бы обращал лучше, потому что 18 жителей. Так, а тут варваров, кстати, больше нету, потому что варварский лагерь в Брюссель превратился. Объявите войну, имея формальный повод. Ну, кстати, там дофига на кого у нас есть формальный повод войны Золотого века. Так, что я там могу купить в итоге? Редкий только Кир мне, да, предлагает. Ну вот, за 300 и 20 вход. Напоминаю... Умножаем на 10, потому что это сложнее. Они слишком дешево продают ресурсы роскоши почему-то. Так, как нам тут что еще ускорить? Два пригорода, две верфи. Кстати, две верфи. Одна верфь есть, надо вторую верфь строить. Союз второго уровня вряд ли. Скоро это получится у меня сделать. Так, миссионеров надо еще купить. Только я сюда прибыл аквакультуру делать, убрали лян, блин. Лян, блин. Лян, блин. Кстати, геликарнас же, он еще дает дополнительные заряды инженерам. Может, нам как-то на инженера еще обращать внимание? А нет, создание военных юнитов. Ну, все равно ставим предприятие. Так, еще хочу культуру проверять. Не, наверное, вряд ли тут
Японец с культурой что-либо сможет сделать. Блин, 15 ходов. Далековато вообще. Несомненно. Я, наверное, буду ждать здесь прибытия Ляна обратно. И контр... Так, во-первых, Токио перебрасываем. И он у нас тут в контрразведке. Надоело, что Ляна оттуда убирают. Отлично. Плюс 23. Тут плюс 13, плюс 19. У него, конечно, сильнее влияние религии. Могу вылечить. 6-4. Ладно, давайте. О, кстати, сейчас, походу, дали науку. Странно, я же Сендай вроде обращал. Что-то непонятненько. Интересно, это работает на Аютхаю? Потому что в других цивилизациях написано, но ничего не написано про другие города-государства. Перс строит трибушеты, воюя с Вавилоном, у которого ПТ команды, блин. Да. Так, а что уже в этом городе делать? 5 ходов. Ну, давайте рабочего. 5 ходов до районов. Блин, я так кругосветку сколько... Ну, там дофига еще ходов до конца эпохи. Вообще, в какой эпохе? В промышленной. Что с Вавилоном? Вавилон пока здесь. Но у него скоро вот это, видите, он сможет только за счет науки открывать. Вот тут только за счет науки. Но все равно очень, очень круто Вавилон идет, как бы то ни было. 53 технологии, у меня 39. Значит, 14 технологий впереди. А еще, кстати, кто-нибудь воюет, кроме Вавилона? Надир Шах с Сулейманом Кануни воюет. Блин, японец, смотрите, японец... Только нас встретил. Собственно, наверное, этот турок тоже только... Нет, турок остальных... Короче, на нашем континенте Ходзи Такимуны только меня и Сулеймана Великолепного встретил. Прикол. Блин, а с этим Киром все не дружат, кроме меня. А я с ним союз заключил. Эх...
Ваш народ ленив и бесполезен, цивилизация, которая ничего не... То есть ему... Он считает, что у нас мало производства. Два хода до возвращения Лян. Ой, как жирненько будет, когда мы обратим по Саргады, сколько нам науки дадут. Зажировка на зиму. Ладно, используем последний раз гуру пока. Хочу пойти на Гою обратить. Тут с утроенной силой все-таки это неплохо должно влиять. Уже тут жилья не хватает. Надо, наверное, эти открыть. Пригороды все-таки. А, ну, собственно, дальше. Там он народ по культуре. Вон японец ходит за такимуна вообще вон в эпохе атома уже по культуре. У меня хуже всех идет развитие культурное. Ну, в общем-то, так и есть. 89 культур и всего. Есть, правда, турок 79 и надиршах 66. Ну, надиршах вообще все плохо, по-моему. Просто все. Так, ну у нас так повольно идет, конечно, партия. Мы тихонечко подбираемся миссионерами ко всем, но, думаю, продолжать уже стоит в следующей серии. Длинные серии. Вот тут разграблено это все, война. Ну как-то не видать войск Вавилона, честно говоря. Фиг знает, где он там ходит. Ходит, бродит. Как вообще по религиям, опять же, распространение ислам в одном... Ну, в одном городе, это вот в этом, я так понимаю, до сих пор в Урфе все висит. Не понимаю, вот у меня куча городов вокруг, да? А Урфа фиг обращается. У меня влияние 509, не знаю, плюс 22 вход. Как-то, понимаете, тут плохо, что религия сама тяжело обращается. Надо постоянно делать... Юниты. Так, остальные, давайте посмотрим. Буддизм 11, ну, конфуцианство 24. И даосизм 12. Сколько я имею науки? 50 науки чисто с веры. Так, ну я тут уже начинаю обгонять, да? Более-менее.
Ну, не получилось тут играть через военную, просто потому что у нас место слабенькое для попытки через войну играть. Понимаете? Слабенькое место. Ну ладно, продолжение уже в следующей серии. Спонсоры могут сейчас поискать в плейлисте. Для всех остальных оно выйдет завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.